Всем привет, с вами Прия. Хоть я и нахожусь в Москве, хоть я и по факту должен отдыхать, но я все равно скрываю недельные сундуки. Маленько запоздало, потому что с ноутбуком были некоторые траблы и пришлось финансово маленько пострадать, но ладно, так и быть. Начнем. Начинаем сегодня с твинков, а заканчиваем уже основными персонажами, которыми я играю. Нам падает плащик с сокетом. На самом деле я подумаю, что будет лучше 5% крит хила или сокет и маленько приоритет других стат. 14 ключ, 200 миллионов АП. Окей, идем дальше. Идем на паладина. Заходим за паладина, смотрим, что упадет на него. Я не знаю, сейчас долго-недолго будет прогружаться, но я надеюсь, то, что все это дело реализуется достаточно быстренько. Так, ну что, паладин почти прогрузился. Надо будет, кстати, талантики его маленько поменять все-таки. Неделя некротика уже пропала. Какие-то квестики уже, ресурсов ни черта нету, потому что ничего на твинках не делаю в принципе. А эти баджики надо бы на самом деле передать по-хорошему. Так, ну что, открываем. Что это такое? Это аркан релик. Это аркан релик, наверное, падающий с... Ой, что он называется? СМК, что ли? Давайте посмотрим. Насыщенная мана и жемчужина. А, нет, это скорожана падает. Угу. Но я не видел такого лута никогда, потому что у меня мало классов с аркан реликом. Ну, все отлично. 930, 930 и 900 релик. Суммарный артефакт имеет эквип 942. Ну да, в нынешних реалиях это маловато. По факту хороший эквип артефакты сейчас это 950 плюс, очень хороший это 960 плюс, а идеальный, наверное, мне кажется, вообще там под 970 плюс. Примерно как-то так. Эх. Ну что, сейчас надо на ДК и Вара лутать что-то классное. Люди писали мне относительно классные гайды по типу: вот, Макс, ты жалуешься то, что тебе падает лут тот, который в плане легендарок идентичен. Попробуй обмануть систему и перед тем, как открывать недельные сундуки, снимай с себя те слоты, на которых у тебя в текущий момент уже легендарки. Сейчас же я попробую это дело реализовать. Окей. Я снимаю колечко, и я снимаю запястье. Я думаю, система поймет все правильно, только суть в том, что у меня места нету. Ну, все-таки, знаете, хоть у меня и ноутбук не работал, но я заходил с телефона и раскидывал задания соратников. Почему бы и нет, весьма удобно. Единственное, что обидно, нельзя заюзать ни зимний горн, ни груду костей и останков с целью генерации поганища. Весьма, весьма обидно. Так. Я хочу почту. И я поставил почту. Отлично. Ух ты, как много всего интересного тут понадропало мне за время моего отсутствия. Сейчас что-то сразу продадим торговцу, что-то еще что-то сделаем. Вот это классно на самом деле. Это сюда. Ну и нормально. Так. Снимаем эти две шмоточки. Раз, два. Окей, поехали. Нормально. В принципе, вполне неплохо. Окей. То есть, получается, я проходил 17-й ключ на прошлой неделе, и в текущую неделю мне дали 16-й квартальчик. Вполне неплохо, на самом деле, инст весьма хороший, и я успешно его закрою. Окей, идем на Вара. Сейчас будем что-то классненькое лутать на Вара.
Сейчас на самом деле предстоит небольшая работа. Это закрытие трех локальных сундуков на ДК и Варе, потому что я играю только ими. А также крафты различные. То есть через разрушитель пустоты надо будет поиграть варом маленько, там пособирать всяких реагентов и прочего дерьма. И, ну, привести аккаунт в боевое действие к 7-3. Надо это делать. Вот что у меня тут было, что у меня тут было. Я ничего не помню. Я сейчас буду вскрывать стрим свой и смотреть, что у меня было на тех слотах. А, я помню, тут руны были. Вот так вот сделаем. Так. Рог войны куда-нибудь сюда засунем. И нормально. Что у нас, кстати, с разрушителем пустоты? Готово на 2%. То есть, получается, если я бы зашел вчера, я бы еще, возможно, успел бы взять квесты на новый легендарный реагент. Печальненько. Ну, окей, ладно, хорошо. Это мы выкинем вот сюда. Это вот сюда. Эта штучка на АП, я ее сейчас юзну. И, скорее всего, на то место пойдет ключик. Призову заранее оруженосца, хочу почту чекнуть, все-таки мне там что-то пришло интересного. Саука и от Айга, модератора моего верного. Ну что, сходи к почтовому ящику. А, это у меня купили зверобой скверны, я маленько еще решил аукционом заняться. Ну тут зверобой скверны, барабаны. Он что, мне просто так их выслал? Ну бас. Так. Снимаем раз, снимаем два. Окей. Три, два, раз. Да ну вас нафиг с этой системой, серьезно. Ладно. Эта система работает против меня на самом деле. Ну, физически я могу вытащить только полезного что-то с недельного сундука своему воину. Это какой-нибудь, может быть, классный тринкет, хотя я не особо ценю тринкеты с инстов, да и рейдов на самом деле меня статистики вполне устраивают. Голову только разве что. Ну, ремешок, плюс 5 эквипов. Да, и все по факту. Ой, как-то такое вскрытие. Ну окей, ладно, пойдет на ДД спек. Это запястье. Ну, да, получше будет за счет роста моей инстаты. Окей, всех вам благ, как говорится. Счастья там, здоровья. Берегите ноги и всего-всего хорошего. Хорошего вам лута и хорошо вам встретить 7-3. В текущий момент я в Москве, буду еще, наверное, 2 дня, 1-2. Потом еще в один городок поеду и потом буду в Казани. Вот, так что, если что там, пишите что-нибудь, там, звоните, как говорится, приходите, пообщаемся что-нибудь, реализуем, как говорится. По поводу стрима при старте 7.3, я подумаю, все зависит от интернета. Ну, в текущий момент вроде бы Warcraft не лагает, я вот так бегаю, и там 40-30 кадров при настройках не самых уж нулевых, я бы так сказал. Я даже их выкручу с семерки на пятерку, чтобы картинка была еще более гладкая. И вообще все классно, мне нравится. Да. До скорого.